Технострой Олимп. Жилье, доступное каждому. Первоапрельскому старту сезона летних кафе помешали мартовские снегопады и морозы. Поэтому о летних верандах заговорили только сейчас. 7 клинских кафе и ресторанов уже заявили о своем желании работать в том числе и в формате уличных кафе. Муниципалитет готов согласовать территорию, но при условии строгого соблюдения границ и правил пожарной безопасности. С учетом уже определенного опыта, хотелось бы, чтобы каждый год все-таки становилось все лучше и комфортнее для жителей и для руководителей данного рода предприятий. Они проходят по каждой из ваших инстанций на согласование в архитектуре, в правовом управлении, поскольку правом я имею в виду земельное имущество. Для успешной работы предпринимателям необходимо собрать целый пакет разрешительных документов от Госатомтехнадзора, отдела надзорной деятельности МЧС и Управления перспективного развития. Пока это обсудили руководители перечисленных ведомств, но уже в ближайшую пятницу состоится совещание с собственниками кафе и ресторанов, заявившихся на размещение летних площадок.